Всем привет-привет. Поехали проходить дальше. НФС прострит. Так, с между сериями, по-моему, я ничего не делал. Да. А, нет, стоп, как? Нет, делал. Делал. Сейчас покажу. Вспомню. Вот делал вот его вот. И протестировал, я создал, помню, уикенд отдельно, быстрой гонки, так сказать. Вот такой вот дорожный бегунок. Такой дорожный бегунок для Вилли состязаний, которые неизбежно будут присутствовать дальше по... Ой, что-то я нажал не то, что ли? Плимут у меня поменял цвет каким-то образом. Да я вроде его ничего не менял сейчас. Да нет, все нормально. Так, карта. А, вот я хотел сюда. Это в принципе отборочный уикенд. Супер промоушен. Да, погнали. Лотус. Для дрэга, для дрифта, запасной автомобиль. Поехали. Вилли все еще нету. Странно. Странно. Столько уже прошел гонок и Вилли нету. Ну что ж, друзья мои, добро пожаловать в Автополис. Сегодня нас ждет целый день абсолютно легальных гонок, победитель которых получит путевку в Супер Промоушен. Так, только что сюда привел король финала, приветствуем его! Всем известно, что Лё стал королем потому, что он лучше. Его Лё зовут? Кстати, мне передали, что король будет здесь с минуты на минуту. Приветствуем его. Господи, какой безобразный комментатор, а? Его прям невозможно слушать. Какой у него голос мерзопакостный. Благо, я выключил его. Гриппы. Дрэг, дрифт. Ну, тут все надо проходить гриппы. Хендрик Дэн, Иван Тарковский, Кэрол Манро, Акикимура, Винни Гоу, лох, тут какие-то ребята посерьезнее. Ладно, поехали. Я думаю, эта серия будет небольшая совсем. Вот. Ну, проходить игрушку надо и забрасывать не стоит. Плейлист. Надо игру пройти. Надо. Сумда, у нас в группе Б чудовищные чуваки едут. Даже у Мазды тройки. Почти 600 лошадок. Жесть. Какая-то жесть. Вот она, кстати, да. Ну, Ford Escort нормальная тачка. Не играла. Тут несколько деньков, надо разыгрываться. Вон как сразу уходит. Но эта группа сильно легкая, впереди идет. Оттормаживаемся еще. Из-за Сильвии, из-за вот этой вот, чтобы в него не впечататься, сильно перетормозил я, конечно. Ну да ладно, эта группа А создаст помеху группы Б. Немножко они, ну, блокируя их, что ли, не пропуская вперед. Чтоб этот сумасшедший Форд, например, эскорт не вылетел вперед. Так, очень позднее торможение. Да, я ездил по этой трассе, я очень припоминаю все эти повороты.
вот как раз диапазон Лотуса. 300 по длине трасс, может 320 на каких-то там прямых. Ему больше и не надо. Машинка отлично себя ведет. Да, группа Б мне их, вернее, замедлила существенно, я по карте смотрю. А вот теперь они начинают вот вырываться. Белая стрелочка и серая. То есть белая стрелочка — это группа... группа Б наша. Тише, тише, тише. Все-таки вот, блин, есть заднеприводная вот эта вот пробуксовочка. Да, Лотуса я настраивал, наверное, раза 4 или 3 перенастраивал по-всякому. Вот сейчас вот пока думаю, что все нормально с ним. Ну, он, по крайней мере, справляется с треком. Так, что сильно я прям на траву завернул. Да ё-моё, блин, я думал поверну, нет, не получилось. Короткая передача, сильно получилось, переключился. Так, я вон кого-то настигаю даже из группы А, видимо. Какая-нибудь Акура 3.20. Хороший результат. 4000 ровно за победку. Едем дальше. Помимо Рё, значит его зовут. А почему Е, а не Ё? Тогда в таком случае знак. Повреждений никаких. Грипп следующий, более он... Так, ну давай, наверное, проедем дрифт. Какой-то серии был у меня косяк в дрифте. Я помню, на Королле ехал. У меня просто такой как бы фриз был секунд 5, может 10. Думал, все, что-то похерилось. О, да, тут чуваки более такие хитрые уже участвуют. Королка у меня пока без изменений вот такая, какая есть. А, прикинь, по-моему, я по этим же трекам ездил, когда тут косяк был на трассе. Вот так я поворачивал, и все. Такой лаг конкретный прям поймал. Перекладочка. Так, у нас финиш там где? Купил, по-моему, на Короллу что-то второго уровня. Ой, как мало очков-то. Столько перекладок, столько скольжений. И... Ой, поплыла машина, все. Доплыла сама. Но хоть не разбил, блин, благо. 1200, о, на 1000 я опережаю. Так, это хороший знак. После первой гонки. У всех чудовищное количество лошадок для дрифта, ну не знаю. Вот второй баллон азота надо Королле. Вот это вот я точно знаю. Одного мало. Так. Как-то тут очки слишком слабо набираются, то есть скользишь, угол держишь, а все равно. То же самое, машина доплыла, на 1000 я больше набрал, чем
прошлый раз, да, 2200, сейчас 3300 вышло. Прекрасно. Ну, 4400 я не наберу. Pontiac M3, да, все хорошие аппараты. Маленькая турбинка стоит на Короле на это. Сейчас, в принципе, вообще можно просто доехать, как есть, и все. Уже хорошо будет. Так, здесь азот сделаю. Может и будет 4400. Нет. Блин. Ну почти получилось. Какой-то поворот я прошел получше. Предпоследний, по-моему. Нет повреждений. Идеально. Идеально. Новички не рискуют ничем на отборочных уикендах. Несколько автомобилей, услуг по бесплатному ремонту. Но это не отборочные. Машины мне здесь не предоставляли. Так, половина уикенда вроде как, да? Давай проеду, наверное, дрэк. А поехали еще один дрифт. Хочу дрифт. В этой игрушке он просто шикарный, как и дрэк. Сильвия, Камара. Лексус, Супра. Ниссанчик. Диски разные, цвет разный. Блин, нафиг так колхозить машину. Так, финиш где? А, вот он здесь. Ой-ё. Короче, это укороченный вариант той трассы, потому что там я этот поворот проходил, проезжал прямо, перекладка была еще одна. Направо, налево и затяжной левый поворот. И на финиш. А здесь этого куска просто нет. Ну и очки набираются стремительные. Давай-ка вот так. Переложил ее, чтобы угол правильно задать. Ну и немного азоту. То есть вот так вот получается. 3,65, 3,46. Как близко. Игрушка про стрит NFS в разы круче. Need for Speed Most Wanted в разы просто. Вот она вот по всем параметрам его превосходит. Я вот только у меня позитив, только отличные, как сказать, итоги, скажем так, заключение, вот что вот, как сравнить вот то и это, то есть вот как было. Ладно бы я не играл в какую-то и умничал, что там говорил вот это, вот так вот. Но, блин, я прошел Most Wanted просто из-за того, что надо было его пройти, заполнить плейлист, сделать. И вот так вот я принципиально захотел. Но там никакого ты наслаждения от геймплея не получаешь, к сожалению. С этой игрой ему далеко до этой игры. Поехали, дрэк. Чарджер. Настроечки никакие еще не делал. Вернее, я ему делал, изменял их пару раз, но после последнего раза, по-моему, я не занимался им. Он себя хорошо ведет на трассе. Если будут какие-то просадки, где-то буду я проигрывать время, буду, конечно, думать, что с ним сделать. Но, глядя на лошадки, вот кто против меня участвует, да и так, таблица вся, просто какие-то дети приехали соревноваться, серьезно.
Но машины там у них нормальные. Смотрите, какой чувак подъехал четкий. Заднее колесо у него вообще отлично. Ну да ладно. Может, это лошадки так обманчиво смотрятся. Сейчас посмотрим здесь. На деле. Ой, как рано переключился. Ой, как рано переключился. Так. 10 секунд. Кто-то приехал хорошо, но я плохо проехал. Можно здесь и лучше. Chevrolet SS этот же, что ли? Да, но сторонами поменяли только. Есть, кстати, машины, реально, они как кусок говна прогреваются. Просто... Вот так вот. Вот сейчас, вот так и надо. 7.24, прекрасно. Вот это вот то время, как и хорошо проезжать. Не знаю, быстрее, я думаю, может быть, как-то и возможно проехать. Но зачем? Так, мне уменьшили дюйм колеса заднего диска, вернее. Не знаю, как так получилось. Но оно меньше, такс. .708, по-моему, я перебил рекорд свой. Да, 7.0, вот это вот его время. Замечательно. Вот Фрэнк Бук неплохо, кстати, 10 секунд он сделал. Хорошо. Молодец. Суперпромоушен — это серьезное мероприятие. Там ему делать нечего. Вот теперь его ждут серьезные гонки. Он отправляется на автомат. Да, он еще и микрофон бросил на пол. То есть он мне сказал, какая свинья этот Рио. Я его с превеликим удовольствием сделаю. А теперь мой доджик что-то подняли. Лидерство 40 тысяч. Ой, как хорошо. А здесь бесплатный жетон ремонтика. Все, круто, круто. Хорошо, хорошо. Все, доступ в Super Promotion открыт. Призовой автомобиль Viper SRT10 или же Skyline GTR R34. Здесь идут гриппы. Есть, что это такое? Дрифт. Скоростные гонки. Максимальная скорость, да. Это, конечно, будет, да. Так, ну чё, все, я думаю, на этом и серию вот эту закончу. Вот, в следующей серии будем биться в отборочном уикенде. Хотя, по-моему, крёк этому уже сейчас можно переходить, да? Да, вот какие-то вот уже открыты заезды. Вот, например, Nice Bomb. Серии такие дрифта. Здесь что? Дрэк рейсинг. Угу. Здесь есть грипп. Ну ладно. В общем, все на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.